Праздник воды, огня и пены. День пожарной охраны России отметили на Камчатке. Шоу поющих фонтанов, подъем флага на высоту 30 метров, вальс пожарных автомобилей – это и многое другое увидели жители и гости Петропавловска, которые пришли на празднование 370-й годовщины со дня образования пожарной охраны в России. В самом начале мероприятия на конце 30-метровой автолестницы установили флаг Российской Федерации. После этого зрители увидели, как грациозно и синхронно могут двигаться тяжелые пожарные машины, четыре из которых исполнили вальс пожарных автомобилей. Далее на глазах у тысячной публики огнеборцы потушили настоящий пожар. Во время праздника зрители смогли увидеть зрелищные элементы относительно нового вида спорта – пожарно-спасательного кроссфита. Огнеборцы продемонстрировали махи двух гирь весом по 24 килограмма каждая, русские махи гири весом 32 килограмма, приседания с последующим подъемом штанги, кантование покрышки от грузовика и в завершение буксировку двухтонного автомобиля с помощью троса. Настоящим украшением праздника стало появление конного хода. Огнеборцы продемонстрировали камчатцам, какая тяжелая работа была у пожарных начала 20 века. Для того, чтобы подать воду, им приходилось применить немало сил. Ручные пожарные насосы того времени выдавали около 2-4 литров в секунду, в то время как производительность современных пожарных насосов составляет 100-150 литров в секунду. Также гостям праздника показали изобретение камчатских огнеборцев – пожарный бэтмобиль. Напор воды в пожарных рукавах настолько сильный, что способен поднять в воздух человека. Бэтмобиль и смельчака, который не побоялся подняться в воздух за счет силы воды, встретили бурные и продолжительные аплодисменты. По традиции на праздниках принято запускать салюты, но пожарные не только укротители огня, но и повелители воды. Поэтому своим гостям они предложили поистине чудесное зрелище – шоу поющих фонтанов. После окончания праздничного выступления ребятишки смогли посидеть за рулем пожарных автомобилей разных лет, от ретро до современных образцов, стоящих на вооружении пожарной охраны.